Всем привет, ребят. Ну что, сегодня мы попробуем пройти дальше волны. И сегодня я хочу попробовать гарнизоны героев. Посмотреть, что с этого получится. Потрешуем, как обычно. Поехали, сейчас немножко руны им, наверное, расставим. Давайте посмотрим, что мы там над временем, на чем мы остановились. Так, зеленые, против них надо красных собирать. Вот так вот. Давайте зайдем сюда. Вот первое у нас для сбора есть. Берем тыковку. Давайте сначала гарнизон затащим сюда. Так, раз, два, три, четыре. Ну, как видите, тут гарнизон у меня разный. Так, ворожей обязательно берем. Для отхила бидончика. Ну, с Анубисом, думаю, неинтересно будет. Хранителя берем. 8. Так, берем. И Махатма это сильно жестко будет. Ну, давайте. Или даже давайте попробуем вот так вот, чисто гарнизонными. Сейчас я еще поищу, кто у меня там прокачанный. Бочку берем однозначно. Вот как раз есть. Так, если мы этого уберем. Так, ангела возьмем. Вот так вот. Такой у нас составчик будет. Сейчас попробуем потрешивать. Конечно, тут шанс слива максимальный, но опять же, весело, думаю, будет. Будем танковать бочкой. Сейчас мы бочку усилим немножко. Так, ангела поставим. Давайте питомцев хотя бы пораставляем этим героям. Ну, что-то такое понаставляем сейчас, чтобы они особо не сливались там. Так, тыква. На ворожей надо. Так, тыковку. Такую сделаем. Рунами. Я думаю, тут мы недолго так побегаем. Сейчас нас сейчас тут посливают нафиг. Ну, ради интереса. Так, сворожей снимаем. Так, на ком все мои ремки? Что за дела? Что творится? Так, снять. Минотавр снимем. Так, отлично. Бидон с отживой. Так, убираем это все. Ну, друид. Так, ладно, давайте так побежим. Сейчас посмотрим ради интереса, хотя бы протестим состав. Очень интересно будет на это посмотреть. Поехали, 10-е. Так, ну что, будем стартовать с тыковки. Ух ты, смотрите, что делают зеленые. Жесть просто. Вот так вот, ребята, гарнизон тащит. Есть. Поехали, 11-е унижать. Так, тут у нас стрелок, смотрю. Ну, поехали, так начнем. Ну, если тыковку, конечно, сейчас у нас сольют. А ее, может, и сольют. Вот смотрите, кстати. Смотрите, как кайфово работает этот лед.
Вот реально кайфово работает. Ну чё, тыковку у нас хоть и слили, но в принципе должны затащить. Без проблем. Поехали дальше. Так, откуда тут нам стартануть? Тут у нас уже есть огнекрыл. Это самая основная проблема у нас будет. Ну, давайте отсюда стартанем. Правда, я не уверен. Да, нету у нас разгончика. Но посмотрите на это все, что делается. Они просто офигенно, офигенно. Конечно, если мы огнекрыла еще затащим гарнизоном. Так, ворожай, давай, 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 давай. Ай, тыкву и лед слили. Все. Тут нам, походу, хранты. Да, огнекрыл включился. К сожалению, да. Хотя шанс есть. Или без шанса. Посмотрите на эту бочку. Да ладно. Смотрите, что они делают. Им пофиг огнекрыл вообще. Давайте, тащите. Сейчас они огнекрыла тоже затащат. Вот так вот, ребят. Это просто жесть. Гарнизоном ушатали. Ну, реально, гарнизон плюс бафера ушатали 3. Так, ну тут нам надо уже зеленых собирать. Ну давайте попробуем таким же составом побегать. Просто изи как-то. Так, давайте так попробуем этих тут, а всех остальных здесь. Попробуем тыковку на разгон взять. Вот, кстати, я не знаю, мне очень нравится. Посмотрите, как льдышка здесь помогает. Возможно, это и реально будет в дальнейшем очень офигенная помощь. Посмотрите, просто четко замедляет, и у нас без проблем мы можем нормально бегать. Так, 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 так. Ну, 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 душика, 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 убейте. И Афину надо сейчас убить, потому что она сейчас их просто сама может соло всех раздать. Затащили, ребят. Ну, с вас по лайку. Не забывайте, что все видосики участвуют в конкурсе дополнительном с USK. Ну, это просто жесть. Это просто жестко было. Так, попробовать откуда тут забежать. Давайте так попробуем. Всех остальных здесь закинем. Так, вольт нас. А тут вольт нас, конечно, сольет. Ну, блин, круто. Мне это нравится. Бегать гарнизоном по древнему этому. Давайте попробуем вот так. Тыковку сливают сразу, да? Ну да, без разгона тыковки мы тут ничего не сделаем, к сожалению. Хорошо, если пробуем так. Не, не успел. Попробовать, наверное, надо хранителя. Хотя там мы того хранителя не знаю, убьем, не убьем. Ай. Сразу же моментально ее киляют. Ладно, попробуем схрона стартануть. Что если такой вариант? Так, ну вражеского хрона мы сейчас, наверное, не успеем заблочить. Так, Афинку слили. Тыковка, конечно, наша слилась. Так, ну посмотрим. Нет, тут, наверное, без вариантов. Ну, согласитесь, круто смотрится гарнизон. Гарнизон просто тащит. Ай-яй-яй-яй-яй, ангела. Афина слила. Ну, тут, в принципе, у нас фигня осталась. Бочка, давай, тащи. Блин, как бы уйти подальше от Афины этой. Жестко. Это жесткая бочка, ребят. Посмотрите, что Афина. Афина вообще нифига ему не может бочку убить. Это просто жесть. Офигеть. Вот эта бочка, вот это я имбу создал. Посмотрите на эту бочку. Просто вау. Реально пофиг все.
Смотрите, у меня с бафферов Купидон, Хранитель, Тыква. Ну и ворожай для отхила, в принципе, это минимум. Ударников у нас только весь гарнизон. И то половина на гарнизоне без питомцев и без талантов там, без рун. Причем мы бьем совсем другую фракцию, которая сильнее против нас. Жестко. Реально очень жестко. Но бочка вообще просто удивляет. Не знаю, это бочка, это жесть. Интересно, если их качнуть. Ну, давайте еще 15-ю пройдем. Пробуем. Так. Ну, давайте опять же с хранителя стартанем. Ну, посмотрите, что тут делается. Ай, убили, убили, убили. Надо на него оживу все-таки поставить. Бочка остается до последнего жить. Ну, практически. Так, варианты. Ну, варианты только такие. Давайте попробуем с тыковки стартовать. Так, опять тыкву у нас слили. Так, ну тут опять нас посливали жестко. Но практически. Еще разок. Нет, тыкву убили опять. На тыкву, наверное, лучше даже оживу поставить. Попробуем с хранителя опять стартовать. Ну, честно скажу вам, это просто жесть. Я удивлен с того, что делает гарнизон. Особенно лед. Вот именно лед здесь реально решает. Самое главное, чтобы он вовремя включался и все. Так, не понял. Ой, там у нас Фрей. Я думаю, что такое? Бежим через Фрею, значит. Так, тыковку у нас слили. Кстати, сейчас попробуем хранителем через Фрею забежать. Ух ты, нас Бигфут жестко разобрал. Ой-ой-ой-ой-ой. Нет, тут, конечно, раздают они. Надо подумать. Тут, конечно, Ара неплохо бы сошел нам напоследок, чтобы через Ару разогнать это все. Потому что, как видите, у нас самая основная проблема — это будет Фрея. Она нас сейчас просто издали поубивает. Всех остальных, в принципе, плюс-минус мы держать можем. Да, вот с Фреей разобраться тут. Да, честно скажу, весело, весело проходить гарнизоном, согласитесь. Это, конечно, свой трешачок. Мы попробуем подальше. Не, Бигфут включается, нас просто имеет вместе с Фреей. Отсюда не вариант. Если попробовать отсюда забежать. Так, тут тотем с повелителем бури. Опять же, добегаем до Фрея, и нас просто она шатать будет. Но ворожай, если... Не, не факт. Ну, плюс не та фракция. Мы сейчас бьем сереньких, они как раз против наших красных сильные. Вот такой вот расклад. И все равно мы практически... Конечно, кроме Фрея... Мы нормально шатаем. Но мне нравится лед вообще. Вот реально четко заходит. Вот смотрите, вот разгончик получили, отлично. Но дальше Фрея просто вступает. И она нас просто разносит. К сожалению.
Ну, неплохо отсюда тоже заход был. Надо все-таки будет прокачать весь гарнизон на 12-й. Так, летную у нас раздали, все. До свидания. Ну, давайте создадим другую команду. Так, нам надо теперь зелененьких создать, да? Лед оставим. Так, это уберем. Ну, тут зеленых намного надо. Берем друида сюда на подхил. Так, шамана, наверное, уберем. Тут там у нас зеленого гарнизона есть. Так, прокачанный есть алхимик только. А вот есть он. Такс. Так, что у нас есть зеленые? Да, есть, отлично. Поехали, посмотрим именно такой сейчас состав, что у нас изменится. Давайте попробуем с хранителя стартанем. У них сейчас должна быть, ну, вроде как бы получше. Зеленый смотрится, но опять же, видите, добегаем до хранителя и все. Я говорю до хранителя, до прайки, и она сейчас нас просто ушатает. А возможно и нет. Ну, скорее всего, что да. Ну, держатся герои, конечно, эти. Но Фрая мы не убьем таким вариантом. Так, бочка. В бочке пофиг. Просто пофиг. Ну, смотрим, ребят, интересно. Очень интересно. Честно говоря, я в шоке с такого, с этого всего происходящего. Было бы, конечно, круто, если бы мы пришли именно гарнизоном еще и эту волну. Но пока держимся. Самое главное, чтобы у нас не слили ворожая. Но дальше нам, конечно, очень много надо добить. Но варианты есть. Мы... Смотрите, там 11 скилл у нее уже. Ой-ой-ой, ворожай, держись. Чуть-чуть. Просто изи, ребят. В общем, с вас лайки. Бегаем, унижаем гарнизоном просто. Это жесть. 15-я волна гарнизоном. Гарнизон тащит. Вот реально гарнизон тащит, надо его однозначно на 12 вкачивать. Круто. Ну что, с 11 по... Какое там? 11, 12, 13, 14... 15, даже 10, с 10 по 15 мы просто прошли гарнизоном. В общем, с вас лайки, пишите комменты, участвуйте в конкурсах. Всем удачи, всем пока, я побежал дальше, это просто жесть.